В Уфе состоялось торжественное открытие памятника поэту Габдулле Тукаю. Его установили на площади перед театром «Нур» в рамках Дней Татарстана в Башкортостане. Общая высота монумента около 8 метров. Памятник выполнен из бронзы, а постамент из гранита. Церемонию открытия посетили руководители двух республик, общественники, деятели культуры и искусства. Открытие памятника великому поэту Габдулле Тукаю – большое, важное событие для двух братских республик. Теперь у нас с вами есть новый символ дружбы башкирского и татарского народов. Замечательно, что эту радость сегодня с нами разделяют наши дорогие гости из Татарстана –